Слушай, блин, вот было прикольно это сделать. Так давай заснимем, ё-моё, на телефон. Можно нашу песню. Хватало работы гинекологу в детском лагере. Давай, начинаем. Нет, не кричусь. А что, будет пародия на шансон или нет? Не, не будет. Нет, шансон может и будет, пародия может и будет. Ваше благородие. Все в оригинале будет. Сейчас пожа водяра. Вот это ногами понесся уже. Да, ногами понесся. Очень даже похоже. Застрахуй, братуху, застрахуй. Ой, 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 застрахуй. 2, 3, 4, 5. Женский голос. Добрый день, Пермь. Мы вас поздравляем всех. Устал целый день, пахал, пришел с работы, пожрал. Разделся, упал на кровать, а завтра опять. Утром вставать на работу, пиздячить, мантулить весь день напролет, что до ярко в колхозе хуять, без передышки, ты все рекорды, чтоб стать суперзвездой рабочего класса, статус награда работника года. Нахуй надо, уже досада, придовая мысль, почему я не сын депутата. Прикольный это челы, словеха и хаты, прилизанный, богатый, зазнатый типок, типа Вася, зацени мобилу, мобила для дебила, мобила для дебила. Мася, зацени. Но тем не менее надо иногда нормальная мобива, чтобы заснять вот это вот, когда боровые текста не пролетают мимо. А камера работает, просто я не включаю подсветку, зачем нам этот прожектор? Но зато звук идет и как бы, скажем так, вот эти, ну чего, светлячки там проезжают какие-то, где-то промелькает какое-то лицо. В следующий раз купим. Скажем так, где у нас памятку. Жека, ты именно плэш. Нет, у меня камера, хорошая, там тоже запись хорошая. Усилился стократно, все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Можешь закрывать его? Ой, я ее батарейка. Ой, я ее батарейка. Я тосковал по тебе минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка. Лишь у любви у нашей села батарейка. Ой, я ее батарейка. Ой, я ее батарейка. И куплять игрин. Все та же в кране вода, все те же чашки, ложки, все тот же стул без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка. А у любви у нашей села батарейка. Аккумулятор. Ой, я ее фирмы Panasonic. Ой, я ее батарейка. Ой, я ее батарейка. Как-то так. Шик-шик-шик. Поздний ляпис. Типа, я должен делать. Чисто несется. Да, там чисто. Стой, падай. Насос, давай. Насос, давай.
Или водосос. Походу нет, скорее всего газ какой-то или цибилку в очке. Дай цибилку. Может быть я за цибилку в портфеле сзади. Телефон сядет. Ну ничего страшного, скажем так, он мне сегодня без надобности. Лучше его здесь потрачу, чем буду далеко, бесполезно. Лучше запишется здоровое движение. В правой руке Марс, мой PR-менеджер Карл Маркс. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс, мой PR-менеджер Карл Маркс. Капитал! Капитал! Капитальный капитал! 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 Я припел, столько припел, но куплет не знаю. Капитал, капитал, капитал! Блин, да, прикольная тема. Скрипал, мы со смогами постоянно пели. Капитал! Давай еще раз. Давай. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс, мой PR-менеджер Карл Маркс. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс, мой PR-менеджер Карл Маркс. Капитал! 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 Так можно будет трапить капитал постоянно. Не-не-не, я могу съездить, если хочешь. Классная песня была «Короля и шута» про этого. Про монетку. Боже, Вася так исполнил. Монет, что-то маленький. Сука. Утекай, конечно, Саня. Саша, на раму возьмешь? Ты кто-то будешь? Ближайшие минут 15-20. Посиди поближе, посиди. Чтоб моя музычка записалась. Хорошо? Уже нашили свои чарты. Машины в парке, все гангстеры спят. Остались только мы на расписании. Парочка простых молодых ребят. Так играет, ты прыгаешь минуты полторы, а потом в конце утекаешь. Он порежет меня на мигах, и границы потеряют контроль. Руки ниже бедра, как стол, смотришь щелочку, штурма отряд. Остались только мы на расписании. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай, 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 ла-ла-
пей вино. Хочешь тоски или веселье, но тоска на день, а веселье на час. Кто может знать, что все-таки для нас стихи на бульварах, песни в подвалах, упреки твои, что денег так мало, любовь для разлуки враг навсегда. Кто мог знать, что тебе нужна горячая вода? Давай. Что-то был удар. Ночью мало, я хочу вырасти красивым. Делай меня ночью, мама, и я не буду агрессивным. И ты делай меня ночью, делай меня точно. Это типа это кто? Песня, короче, Дмитрия. Люди ночами делают новых людей. Это в другом жанре, да? Да. Нет, в том жанре, просто